Друзья, всем привет! Вы на канале Лилия Лили. Мы получили посылку. Заказывали на AliExpress туристический рюкзак стоимостью 18 долларов или 36 белорусских рублей. Сейчас будем распаковывать. Высота рюкзака 70 сантиметров, ширина 35 сантиметров. Спинка у него мягкая, лямки толстые, мягкие, широкие, удобные. Так, регулируются. Вот эти лямочки, это идет уже застежка впереди на талии. Вот так он выглядит сзади. Вот так он выглядит спереди. Здесь много наружных карманов, маленьких, больших карманов, светоотражающие элементы, кармашки сбоку. Все это тоже застегивается дополнительно ремешками. Очень вместительный рюкзак внутри. По-моему, указывалось на 100 литров вместительность. Наружных карманов у рюкзака 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внутри у рюкзака кармашков нет. Внутри большой, можно сказать, мешок. Сама ткань очень плотная, твердая ткань, то есть такая хорошая ткань, на мой взгляд. Замки тоже достаточно такие мощные у этого рюкзака. Внутри еще один слой ткани, более такой тонкой шелестящей ткани. Ну, в общем, такое первое впечатление производит хорошее. Сверху, получается, после наполнения затягивается сначала шнурочком с фиксатором, а затем закрывается вот эта крышка верхняя и защелки, ремешки. В общем, после первого визуального осмотра рюкзаком мы довольны. Надеемся, что он послужит. Так что всем вам приятных и недорогих покупок!